А накануне руководители региона подписали соглашение о сотрудничестве. Состоялась встреча представителей официальных и деловых кругов. Соглашение о сотрудничестве, которое подписали глава Чувашии Михаил Игнатьев и губернатор Челябинской области Борис Дубровский, определяет основные направления двустороннего взаимодействия. Обе стороны намерены найти общие интересы в экономике, торговле, науке, образовании, культуре и спорте. Ну и одна из наших задач, которые мы решаем всегда вот на таких встречах, дать площадку бизнесу, чтобы они могли провести переговоры, подумать, что они могут сделать для того, чтобы приобрести новых партнеров, новые направления, как-то обменяться в том числе и опытом. Поэтому добро пожаловать! Первый день визита прошла встреча представителей официальных и деловых кругов Челябинской области и Чувашии. Товарооборот между Челябинской областью и Чувашией в 2014 году составил более 1,5 миллиарда рублей, отметили участники встречи. В Чувашскую республику регулярно поставляются металл, трубы, грузовые автомобили, строительные материалы и железобетонные конструкции, а также продукция легкой и пищевой промышленности. В столицу Южного Урала из нашего региона отправляют кондитерские изделия, молоко, лакокрасочные материалы, обувь. Знакомя Челябинск с потенциалом республики, глава Чувашии особый упор сделал на развитие агропромышленного комплекса. Республика практически полностью обеспечивает себя продуктами питания и имеет положительное торговое сальдо по молоку и молочным продуктам, картофелю. Ряд организаций агропромышленного комплекса республики осуществляют экспорт продукции собственного производства за пределы Российской Федерации. Главы регионов также обсудили вопросы развития социальной сферы, подготовки к посевной, строительства детских садов и школ, газификации. Мы приехали с рабочим визитом для того, чтобы дать дополнительные импульсы в наших отношениях. Если взять среди органов власти, это научно-техническом, торгово-экономическом, культурном, социальной сфере. Потому что лучшие практики есть, лучшие примеры в каждом регионе. Исходя из этого, больше нужно общаться. Мы, конечно, потребители металлопроката, в связи с тем, что Челябинская область – это центр металлургии. Мы потребляли и будем потреблять. Новые технологии у вас развиваются, и у нас они развиваются. Республика, с которой мы дополняем друг друга. То есть вот Чувашская республика – это как раз пример субъекта, которым мы дополняем друг друга. А значит, нам нечего особо конкурировать. Мы посмотрели основные направления работы, и там, где они чемпионы, эти рынки у нас открыты. Там, где мы чемпионы, эти рынки открыты в Чувашии. И мы сможем как раз безболезненно, в первую очередь для нашего бизнеса, это сотрудничество развивать. Кроме того, было принято решение о дальнейшем сотрудничестве в сфере реализации проекта высокоскоростной магистрали Москва-Казань.